5 ночей подряд этот чертов сон. Точно 5. Впрочем, какая разница? Ведь ничего ужасного на самом деле не происходит, правда? Мадам, подай. Мадам, подай. Подай. Слышь, пошел отсюда. Она же мертва. Пошел отсюда, я тебе сказал. Какой-то больной. Он тебя не напугал? Лена? 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 Лена, что такое? Лен? Лена, что такое? Лена, нет. Нет. Проснись! Проснись! Пришли ваши анализы. Я понял, в чем ваша проблема. Когда вы сдавливаете левый бок, ваше сердце начинает биться аритмично. Вы же спите на левом боку? Да. Я упишу вам лекарства, но смотрите, этого будет недостаточно. Через месяц вам все равно нужно будет пройти повторное обследование, потому что случай у вас очень серьезный, и запускать его нельзя. Поэтому постарайтесь в ближайшее время не спать на левом боку. Особо на алкоголь не налегайте. Хотелось бы, чтобы вообще отказались. От жирного и соленого тоже. Ну и будем смотреть дальше по анализам. Спасибо. Доброе утро. Вера Павловна наконец-то приехала. Она уезжала? Да, летала в Ванкувер к дочери на пару недель. Ничего себе, далеко дочка забралась. В общем, я у нее в квартире проверил. Пахнет не оттуда. Придется остальные квартиры проверять. Ты сегодня во сколько будешь дома? В районе 7, у тебя уже закончится рабочий день. Да, нет, я планировал задержаться, все равно брал отгул пару дней назад, придется отрабатывать. У меня дома ничем не пахнет. Все равно нужно проверить. Система дымоходов штука такая, сам понимаешь. Может, залезло куда-нибудь какое-нибудь животное, сдохло и воняет на всю округу. Ладно, заходи. Я не против. Проверяй. Как там, кстати, жена? Еще болеет? Да, пока лежит. Это уже третью неделю получается? Бронхит схлопотала. Приходил врач на прошлой неделе, сказал, нужно еще на неделю продлить курс лечения. Ну, передавай привет, пускай выздоравливает. Спасибо. Я выгулял собаку, сварил тебе кофе. Если захочешь, наконец, выйти и прогуляться в парке, иди. Думаю, доктор не рассердится.
Сегодня отличная погода, такая, как ты любишь, только недолго. Смирнов из ЖЭКа, может быть, зайдет посмотреть, не забился ли дымоход. В подъезде уже несколько дней пахнет чем-то протухшим. Представляешь, он думал, это Вера Павловна коня двинула. А она-то была в Ванкувере, оказывается. В общем, открой ему, пускай посмотрит. Люблю тебя. Хорошего дня. Доброе утро. Приветствую. Не прошло и полгода. Извиняюсь за опоздание. Садись, Денис. Давайте начнем уже. Ребят, ну, я не знаю, если это рассвет, то мне просто даже страшно вообще представить, что творилось на закате. Думаю, бутылку лучше разместить не по центру, а чуть-чуть левее. Я думаю, лучше наоборот, правее разместить. Да, а солнце сделай слева, потому что закат же у нас на западе, а он слева. Короче, ребят, вот это дно. Здесь все надо переделать. Четче обыграть название. В первую очередь на слогане. Дэн, давай займись. Этот вот Петя, он у себя все-таки стажируется. И это пока никуда не годится. Ты можешь лучше. Я, если честно, в замешательстве. Клиент настаивает именно на этом названии. Я ему предложил сотню других, а он хочет закат. Хоть ты тресни. Да уж, это действительно закат нашей цивилизации. Ну, я постараюсь. Может, к понедельнику что-нибудь рожу. Все свободны? Дэн, останься, пожалуйста. Дэн. Я вообще сегодня хотел что-то стоящее увидеть. А вот это... Ну, это просто кошмар. Ты говоришь понедельник. Сегодня среда. Это неделя почти. Мы себе этого позволить не можем. Когда крайний срок? Сегодня вечером. Я, конечно, постараюсь, но... Давай хотя бы послезавтра утром. Мне пока в голову ничего приличного не лезет. Дэн, мы не можем себе этого позволить. Клиент рвет и мечет там. Хорошо, попробую. Как Лена? Ей все еще не здоровится. Бронхит, чертов. Спасибо, что спросил. Сколько раз говорить, стучаться надо? А, извини. Как прошло совещание? Нас поймали? А ты как думаешь? С тем, что ты сделал, по-другому и быть не могло. Что у тебя там? Вот. Водка закат. Поднимет вас на рассвете эффективнее, чем Виагра? Ты серьезно? Вижу, тебе не нравится. Видишь ли, в нашем бизнесе вопрос вообще так не стоит. Дело не в том, нравится это мне или нет.
Дело в том, работает это или не работает. Вот это не работает. Сядь. И морду попроще сделай. Выглядишь так, будто мы тут в детском саду, а ты до туалета не успел добежать. Теперь слушай сюда. Мне записывать? Давай не умничай, ладно? Вот давай представим ситуацию. Мы рекламируем лекарства. Никто, рекламируя лекарства, не будет показывать людям пузырек. Покажут упаковку, ну, даже лучше саму таблетку. Потому что синяя овальная таблетка смотрится привлекательно. И это несмотря на то, что рекламируется лекарство. Понимаешь? Да. Никто не будет показывать бутылку. Потому что бутылка — это похмелье, это головная боль. Это вообще очень неприятное состояние. Бутылка вызывает неприятные мысли. Можно взять таблетку Виагры и таблетку заката. А можно не просто эффективнее, а в 10 раз эффективнее. В 10 раз больше, в 10 раз лучше. Понимаешь, о чем я? Это крутой слоган. Я это понимаю. Антимонопольная служба тоже оценит. Сядем мы потом с тобой в такую лужу. На такие бабки попадем, что почками с вами не расплатишься. Растеряем всю клиентскую базу. Но почему? Да потому что она не в 10 раз больше и не в 10 раз эффективнее. Черт, зачем тебе... Чего ты прицепился к этой долбанной Виагре? Это же другой бренд. Черт. Составь 10 слоганов. Сделай список. Покажи своей девушке. Хотя нет, лучше не девушке, лучше покажи, конечно, другу. Водка все-таки мужской напиток. Пусть посмотрит, выберет. Дэн? Лучше. Дэн, ты в порядке? 10, 20... Все в порядке сейчас пройдет. Алло. Привет, ты не мог бы сегодня пораньше с работы вернуться? Не в масти. Да я тут ребят вызвал, чтобы почистили вентиляцию. Сам задолбался уже крысу дохлую искать. У них времени максимум до 5, ну, у них там другие объекты и все такое. В общем, слушай, подозрение на засор на твоем этаже. Неужели вы с Леной не почувствовали такой запах? Ну, я тебе говорил. Мне же нос в детстве ломали несколько раз. У меня запахов... Он запахов почти не улавливает. А у Лены такой бронхит, что она даже дыма во время пожара не почувствует. Может быть, собака учуяла, но она же не скажет. Ну, позвоните в дверь, в конце концов. Она вам откроет, если она дома. Дозвонили, уже не открывает. Значит, пошла погулять в парке. У меня десятка. Короче, у ребят на все про все, минут 20 максимум. Давай, раздавай. Ты подъедешь? Ау, ты тут? Эй, Дэн, я не понял, а ты куда собрался? Полтора часа до конца рабочего дня еще. Мне Лена позвонила, ей стало хуже, мне надо домой. Стоп, а проект по водке доделал? Завтра доделаю.
Здравствуйте. Денис, ты представляешь, он подумал, что запах этот от моего трупа. А я-то в Ванкувер ездила к детям, а сказать забыла. Фу, а запах-то и правда скверный. Я знаю, ты... Тебе не здоровится, но... Ты лежишь так уже с прошлой пятницы. Так нельзя. Помнишь, я тебе рассказывал про нашего стажера Петьку? Он сегодня сделал такой отвратительный проект. Это настолько отвратительно и смешно. Ты не можешь быть мертвой. Нет, ты не можешь. Ты сама же говорила мне. Ты обещала. Может быть, ты хочешь кофе? Я могу сварить свежего. Может быть, перекусить? Я вчера приготовил куриный суп. Я знаю, у меня не очень хорошо получается. Но я так старался. Хочешь, давай пойдем прогуляемся в парке, как ты любишь. Сегодня чудесная погода. Как же здесь ужасно пахнет. Давай хотя бы открою окно.